В дежурную часть сегодня поступил звонок о том, что по улице Лермонтова житель многоквартирного дома сделал бомбу. После вызова через час прибыл наряд ОМОНа, кинологи с собаками и сотрудники ФСБ. Виновника нашли сразу. Как оказалось, он мастерил взрывное устройство на кухне с помощью подручных предметов. По факту обнаружения предметов проводится процессуальная проверка, по завершению которой будет принято соответствующее решение. На сегодня известны результаты экспертизы, согласно которым обнаруженные предметы не являются взрывными.